нас очень насыщенная программа. Приехали на экологическую экспедицию с целью ознакомиться с экологией Хакасии, развивать ее в дальнейшем, познавать массу новой информации, не только чтобы мы узнали, а привести ее к нам в школу для детей всех. Также очень интересно у нас, что связано, экология связана с историей очень тесно, и нам, помимо экологических знаний, нам дают еще также знания истории о наших родных краях. Ну, а вот, ну, все равно же рядом здесь там были уже на многих объектах, да, вот что-то новое для себя узнали. Хранится заповедника и природного парка. Массу новой информации о животных, о растениях, которые находятся в заповеднике у нас в Красноярском крае, в Хакасии.